Доброго здравия, друзья! Снова с вами Северная сказка. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы рассказываем много интересного о славянском народе, о богах, об обычаях. Резы рода. Славянские резы рода, прежде всего. Это система, которая основана на том, что через символы, сохранившиеся символы, в нашем народе, символы, которые сохранились в деревянной резьбе, в росписи, в вышивках наших старинных архангельских обрядовых вышивках. Через эти символы мы, так же, как и наши предки, многие тысячи лет назад обращаемся к высшим силам, к древним славянским богам. Вот это основное, что надо знать про резы рода. И с помощью этого обращения, с помощью установившихся каналов, мы можем предсказывать, получать ответы на заданные вопросы и можем передавать наши уговоры силам, которые лучше слышат нас, если мы делаем это правильно. Славянские резы рода – это древнее наследие нашего народа в современном виде. Их систематизировала Ольга Баянова. Поэтому, если вы видите на просторах интернета славянские резы рода и знаете, что это Ольга Баянова, это толковник «Что знают боги и что знают люди», и знаете, что обучение славянским резам рода – первый источник обучения – это училище «Магия Севера», потому что здесь мы, собственно говоря, их создали как карты, создали как плашки. Мы напечатали толковник, мы объяснили, мы ведем большие мастерские курсы от нуля до грандмастера. То есть мы тот самый первый источник славянских рез рода, которые основаны на народных традициях. И мы уже знаем, как нужно учить славянским резам рода. И делаем это с 2015 года. Поэтому долго говорить я не буду о славянских резах рода. Приходите к нам на сайт «Магия Севера». Пишите нам письма, и мы расскажем вам, куда смотреть, куда идти, чтобы прикоснуться к этой удивительной системе, которая на самом деле дает прекрасные, прекрасные практические результаты, в чем убедились уже многие тысячи людей. В чем отличие славянских рез рода от любой другой системы? Не побоюсь так сказать. Потому что я другой такой не знаю, которая основана на символах, древних символах, соединяющих человека и божественные силы. Кроме того, если говорить о системе рез рода как о предсказательной системе, она в своем большом развитии основана на мировом древе. Больше таких систем нет. Мировое древо – это как бы такое универсальные каноны развития чего-либо. Хоть желудя в могучий дуб, хоть начало проекта, да, в ветвистое, в огромный проект. Все подчиняется одним и тем же законам, и резы рода, как предсказательная система, она основана и объясняема именно с этой точки зрения. Поэтому стоит только это узнать. Если говорить об особенностях предсказательной системы, то там есть такие моменты, которые я не встречала нигде в других системах. Это учет солнечных изломов
около года, которые сильные, сильные времена равноденствия и солнцестояния, которые стирают предсказания, и это учитывается. Будущее видится в двух, как минимум, вариантах. И с учетом того, что будущее, оно не является таким, скажем так, не является однокалейкой, мы смотрим вероятность предсказанного, увиденного нами в раскладе. Это малая часть особенностей славянских резрода, но вот, насколько я знаю, этих особенностей нет ни в одной системе, которая даже, ну, как бы вот, написана на славянскую тему, что бы это ни было. Вот для меня это важно. Резы рода основаны на мироустройстве, мироощущении славянского народа и имеют свою ясную, прописанную в толковнике, что знают боги, объяснение. И эта система, наверное, вот последнее, что я сейчас скажу, что эта система легко усваивается не только женщинами с мышлением образно-интуитивным, но и мужчинами с их более логическим мышлением, потому что там все ясно и понятно. Вот, наверное, так, друзья. Ольга Баянова, создательница толковника и систематизировав резы рода и раскрыв их возможности, говорит так. Она подарила нам изначальный целостный расклад, который состоит из 9 рез. В нем мы можем увидеть прошлое, варианты ближайшего будущего, варианты грядущего и попросить совета и предостережения от высших сил. В отношении этого расклада Ольга Баянова говорит так. Если вы не узнали это из целостного расклада, вы не узнаете это никогда. Мне очень нравится это выражение, потому что для меня это обозначение того, что резы рода могут рассказать вам обо всем. Зависит только от вашего умения поставить вопрос, выбрать расклад, от вашего умения сосредоточиться, войти в особое состояние, которое позволяет вам выйти душой в иной мир, в иное пространство, задать вопрос, получить ответ. И это ограничено только возможностями ворожея или гадала. Можно узнать о прошлом, о вариантах ближайшего будущего, о возможностях, ограничениях, которые ждут человека, об исполнении чаяния, о том, будет ли исполнение этого чаяния ему на благо. Мы можем узнать это в разных областях. Общая ситуация, здоровье, отношения, денежная сфера, благополучие. Мы можем узнать это в пределах 4 дней, мгновения, нескольких месяцев, года и даже при определенном уровне мастерства мы можем узнать родовую линию, то есть то, что влияло в прошлом на человека за пределами его жизни и то, что будет влиять на его потомках. Поэтому и в большом, и в малом, и в том, что связано с чувствами, и то, что связано с делами и разумом, резы рода дают удивительно точные, откровенные ответы, которые после некоторого времени изумления становятся очевидными. И когда смотришь на расклад резами рода, которые,
тоже сделал некоторое время назад, думаешь, вот ведь как. А так все и рассказали. Это предсказательная система Резрода, но так как Резроды — это знаки, соединяющие нас с богами, то существует раздел и магия Резрода. Магия Резрода — это преобразование точно так же в любых областях. И на всю ситуацию, и на деловую сферу, и на отношения, и на здоровье. Поэтому я пока еще не сталкивалась с ограничениями возможностей Резрода как система. Но, конечно, это только инструмент в руках у человека, который сам должен обладать определенными знаниями и навыками для того, чтобы совершать с помощью Резрода малые действия или великие. Ограничений для меня пока еще нет. Я еще не сталкивалась. Резрода – это разработанная система Ольги Баяновой. И первое, что дает представление о том, как гадать на резах рода, это толковник издательства «Северная сказка». Толковник, который называется «Что знают боги?». Его можно приобрести в нашем интернет-магазине вместе с колодой Резрода для предсказания. И так как мы очень хотим, чтобы люди научились гадать на резах рода, мы сделали еще и видеоматериал к этой книге. Объяснения, расклады, то есть вместе с книгой, вместе с колодой Рез вы получаете и видеоматериал. И, ну, судя по тому, сколько у нас тысяч экземпляров за это время, 4 переиздания книги произошло, и сколько у нас учатся в училище, если сравнить пропорции, то я понимаю, что большинство людей вот считают, что книга плюс видео является достаточным обучающим материалом для того, чтобы начать и в пределах своих потребностей, семьи использовать Резрода для предсказания. Но моя печаль заключается в том, что многие, которых я вижу в интернете, людей, изучив эту книгу, и не поняв и не проверив в полной мере свое понимание, начинают уже такую деятельность, к которой я отношусь просто с, не знаю, с ужасом. Потому что они начинают учить других, при том, что сами не понимают, о чем идет речь. И они начинают использовать Резрода для того, чтобы толковать уже другим спрашивающим. Устраивают эти удивительные интернетовские сессии, когда кидают карты, да, на какой-то стол даже без алтарного белого плата. Ну, то есть грубо нарушают суть и способы предсказания резами рода. Но это вопрос отношения к инструменту, вопрос отношения к культуре. И если человек просто внимательно прочитал эту книгу, воспринял и понял, почему это так, это прекрасный, достаточный способ обучения, толковник, что знают боги, и видеоматериалы книги. Но, тем не менее, если люди хотят убедиться в своих знаниях, люди хотят знать больше, то
конечно, они идут в училище. В училище мы проводим, с одной стороны, много безоплатных мероприятий по обучению. Например, сейчас у нас идет чат, безоплатный чат для участников, где идет проживание РЕС, изучение каждой из 40 РЕС. И для тех, кто уже имеет представление о толковании, тренинг по толкованию расклада резуме рода. Есть способ такой, что вы подписываетесь у себя в личном кабинете на сайте «Магия Севера» на рассылку 40 рез, и каждые сутки вам приходит реза дня, которая объясняет вам, и вы можете запоминать, наблюдать, изучать эти резы. Есть небольшие вебинары, открытые вебинары по резам рода, которые показывают возможности, примеры и так далее. Ну, это то, что, конечно, делает интерес к резам рода такой сильным, прочным, и этих знаний достаточно для того, чтобы предсказывать себе и своим близким при соблюдении обрядовой части. Ну, друзья, конечно же, если вы хотите получить систематическое образование, твердые базовые знания, твердые профессиональные знания, конечно, вам надо обратить внимание на мастерский курс предсказания реза рода. Как любой мастерский курс, он состоит из трех ступеней. Первый курс, второй и третий. На первом курсе можно начинать учиться, даже не имея, ну, скажем, за спиной книги и самостоятельного изучения. Это будет труднее, потому что вам надо будет догонять ту половину группы, которая уже имеет представление, имеет какие-то знания и опыт. Но возможно, это возможно. Следующая, вторая, третья ступень – это уже ступень практики, и там мы предлагаем практику. И, конечно, знания и понимание вы получаете именно на мастерском курсе, потому что это продуманный курс, в котором есть все необходимое и нет ничего лишнего. Есть наставник, есть группа, есть план курса, который заставит вас следовать выбранному пути и пройти от начала до конца. Вот способы обучения. Книга-толковник, отдельные мероприятия нашего училища и самый правильный путь, я думаю, так, чтобы знать больше и уметь больше и поражаться предсказательной возможности рез-рода, это мастерский курс из трех ступеней. Ставьте лайк, друзья, подписывайтесь на наш канал. Вместе с вами мы распространяем знания о славянской культуре, делаем благо для наших друзей.